Всем привет! А мы, как всегда, в Лазаревской, ну и у нас новые приключения на улице Колораж. Мы с вами все очень любим Европу, Грецию там и Турцию. Все время восхищаемся, какие там прекрасные люди. У нас люди тоже не хуже, я вам так скажу. Очень любят вот природу. Все, что окружает, ценят труд других. Очень ценят. И мы сейчас с вами свидетели тому. Смотрите, какая милая женщина. Вот. Иди сюда, родная. Ходит. Любит природу. Собирает цветочки. Специально для нее были выращены эти гортензии. Чтобы она приехала, ну и нарвала себе. Я не знаю, для каких нужд. Ей, опять же, не нужны. Наверняка, как многие писали в комментариях, ну нет у человека денег, может быть, цветы тут купить. Либо, я не знаю, там, может быть, нужны ей очень цветы, так вот очень. Ждать много месяцев, когда они вырастут, тоже это не вариант. А тут уже для нее все специально. Гуляет. Тянет ее прям к природе, сейчас, извините. Тянет. Думает, долго выбирает. Ориентировочно 22 часа вечера, еще людей полно, на улице ходит, ничего не смущает абсолютно. Ничего, вот видите, даже там девчонки прошли рядом. Магазин уже закрыт, уже после 22, вот буквально 17, там 15 минут. Задумалась. Не, мало. Надо дальше нарвать. Видите? Хорошие цветы. Но много. Зачем нам действительно столько цветов, если такие замечательные девушки приезжают, видите, в сумочку прячут, там за лавочкой сумочку, не знаю, но не тут-то было. Мама нечаянно тут стояла на улице и заметила все это чудесное деяние. Конечно, мы не сможем воспроизвести все эти слова, которые сейчас говорит в свой адрес. Заслуженно, причем заслуженно, я прошу отметить. Женщина тоже стояла там рядышком, беседовала, услышала эту беседу. Опа! Вот такие вот дела у нас на улице Колораж. Праздник, как говорится, каждый день. Не воруйте, сажайте самостоятельно. Получайте удовольствие от того, что вы сделали своими руками, ребят. Вот так вот. Еще что-то там оговаривается, блин. Что-то рано мы магазин закрыли. Сказал бы тоже все, что думаю. Всем пока.